Машина сбила 6-летнего мальчика в Дубасарах. Ребенок попал в реанимацию. Видео аварии опубликовал пресс-центр МВД. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребенок перебегает через дорогу и попадает под колеса авто. За рулем Тойоты находилась 37-летняя женщина. На видео видно, как она пыталась тормозить, но избежать наезда не смогла. 6-летнего мальчика доставили в Дубасарскую больницу. У ребенка сотрясение мозга, множественные ушибы, ссадины и ожог. Спустя несколько часов ребенка перевезли в республиканский центр матери ребенка для дообследования. Там рассказали, что мальчик лежит в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжелое, но стабильное. Его жизни ничего не угрожает. ГАИ проводит разбирательство.